Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. В преддверии Дня российской печати председатель правительства Тувы Шалбан Караол встретился с региональными представителями средств массовой информации. На встрече Шалбан Караол поздравил региональных журналистов. Позвольте поблагодарить вас за вашу работу и поздравить с профессиональным праздником – Днем российской печати. Желаю всегда вам быть на острие событий, оставаться творческими, объективными и беспристрастными, отметил он. Ну, давайте попробуем просто вот вспомнить. Вот, например, Тува запомнилась в 2017 году, прежде всего, на федеральных каналах. Помните, такие хорошие, позитивные фильмы прошли по НТВ, по «Звезде», и вообще по «Вестям», когда первый канал всероссийского телевидения вещает о том, что где-то в далекой Туве реализовывается такой хороший проект, который вошел в пятерку самых социально значимых 2017 года, как хэштег для молодой семьи, как здесь не гордиться. Кроме того, на встрече были обсуждены и вопросы внутреннего туризма, в частности, освещение Тувы в средствах массовой информации. Также журналисты вместе с главой договорились в этом году найти самую яркую и точную интерпретацию главного бренда Тувы – Центра Азии. Чтобы этот символ в полной мере формировал и раскрывал уникальный образ Тувы, всегда ассоциировался с ней и работал на ее продвижение и развитие. Министерство внутренних дел России рассмотрит обращение главы Тувы Шалбана Караола о необходимости возвращения в структуру региональной полиции сельских отделов, создания постов на въездах в республику, а также восстановления специального подразделения по борьбе со скотокрадством. В этом власти Тувы заверил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой. Руководство федерального МВД согласилось также и с доводами Шалбана Караола в пользу восстановления отряда по борьбе со скотокрадством. Это исключительная мера, отметил Горовой, поскольку преступления такого рода распространены в основном только в Туве. Однако она полностью оправдана, так как личные подворья животноводства являются на селе единственным источником дохода большей части населения, а также основной для формирования предпринимательской среды, развития экономики села. Александр Горовой признал ошибочность укрупления отделов внутренних дел и ликвидации подразделений милиции в поселениях с численностью менее 25 тысяч человек. Александр Горовой добавил, что одним из вариантов закрытия сельских территорий, оставшихся без отделов полиции, может стать создание временных подразделений. Следственный комитет России отмечает 7-летие со дня образования. Сотрудников регионального управления Следственного комитета со знаменательной датой поздравил и руководитель ведомства Андрей Потапов. Уважаемые коллеги, ветераны следствия, примите самые искренние поздравления с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы, успехов в решении профессиональных задач, стабильности, семейного благополучия, оптимизма, терпения и понимания. Всего самого лучшего вам и вашим близким. На торжественном собрании также были вручены благодарственные письма, почетные грамоты главы правительства и Верховного Хурала Республики. В годовщину создания Следственного комитета пожелали своим, хоть и бывшим, но коллегам сплоченной работы, отличных показателей, решительности при выполнении поставленных задач и преданности служебному долгу и ветераны ведомства. Я очень рад, что нас, ветеранов следствия, не забывают. Звонят иногда, советуются, иногда даже некоторые проблемы можно решить, совместно совещаясь по телефону, да? Ну и пожелаю вам, следователям, крепкого семейного тыла, взаимодействия семьи. А все остальное вы можете достигнуть.
Напомним, 15 января 2011 года вступил в силу федеральный закон о Следственном комитете Российской Федерации. Как сообщалось в пояснительной записке к законопроекту, функционирование ведомства вне системы прокуратуры должна была создать необходимые условия для более эффективной работы как органов прокуратуры, так и следственных органов. Льготников освободят от уплаты земельного налога за их 6 соток, а просроченную задолженность по налогам ликвидируют. Причем как для обычных горожан, так и для индивидуальных предпринимателей, сообщает издательство «Российская газета». Вычет с 6 соток граждане получат уже за 2017 год. По сути, так называемой налоговой амнистией могут воспользоваться владельцы участка любого размера. К примеру, если площадь земли 20 соток, то налог будет исчислять с 14, а если 6 соток, то сумма земельного налога будет равна нулю. Льгота применима лишь к одному участку конкретного лица. Если же участков несколько, то их владелец сам сможет выбрать, по какому из них платить меньше налог. По умолчанию вычет будут применять к участку с максимально исчисленной суммой налога. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 60 копеек, евро 68 рублей 25 копеек. Еженедельная газета «Тува ТВ» – это всегда свежая и актуальная информация. Программа передач на неделю, тибетские и астрологические гороскопы, множество рубрик на различные темы, все для досуга и развлечений и огромное количество объявлений. Рынок республики в еженедельнике «Тува ТВ». Если объявление, то «Тува ТВ». В связи с предстоящим празднованием православного праздника Крещения в ночь с 18 на 19 января в Туве, как и во многих других регионах нашей страны, пройдут массовые народные купания. Сотни верующих соберутся в эту ночь, чтобы окунуться в освященную воду. В республике ежегодно священный обряд принимают около 2000 человек. Однако при климатических условиях республики погружение в ледяную воду является стрессом для организма. Поэтому к крещенскому купанию следует подготовиться заранее, сообщает Министерство здравоохранения Тувы. Тем, кто собирается окунуться в прорубь, врачи рекомендуют следовать основным правилам. Так, купаться следует в специально оборудованных прорубях под присмотром спасателей и медицинских работников. Кроме того, врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от купания в прорубях людей, имеющих проблемы со здоровьем. Центром ГИМС регионального МЧС определено место организации купели для жителей Кызыла. Это традиционно Вавилинский затон реки Енисей в 3 километрах от Кызыла по трассе Кызыл-Карахак. Произведены замеры толщины льда, скорости течения, глубины воды. Лед имеет толщину 65 сантиметров, глубина дна 1 метр 70 сантиметров, течение отсутствует. Всего в республике планируется открытие 4 купелей в городе Кызыле, а также в городе Шиганар Улукхемского района, в селах Торахем Тоджинского района и Хавуакцы Чедихольского района. Участники губернаторского проекта «Один ребенок с высшим образованием» обучаются на курсах довузовской подготовки в рамках соглашения между региональным министерством образования и науки и Тувинским государственным университетом. В рамках реализации губернаторского проекта в каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием на 2014-2025 годы между Министерством образования и науки Республика Тыва и Тувинским государственным университетом 6 декабря 2017 года подписано соглашение по подготовке участников по поступлению в высшие учебные заведения. 6 декабря прошлого года на базе Тувинского государственного университета началась подготовка 27 участников. Университетом проводится постоянная профориентационная работа среди учащихся и выпускников общеобразовательных организаций Тувы с целью привлечения их в число студентов ТГУ, в том числе и для участников губернаторского проекта. Начался прием заявок на республиканский конкурс по народному танцу среди учащихся хореографических отделений детских школ искусств и детской хореографической школы в рамках фестиваля конкурса «Радуга искусств».
Конкурс по народному танцу среди учащихся хореографических отделений детских школ искусств и детских хореографических школ в рамках фестиваля конкурса «Радуга искусств» пройдет в Кызыле в апреле этого года. Организаторы конкурса – Министерство культуры Тувы, Кызылский колледж искусств и Республиканский центр непрерывного образования. Зональный этап конкурса состоится в марте. По итогам будут отобраны участники финала в апреле. Жюри конкурса будут оценивать выступления участников по таким критериям, как сценическая культура, композиционное построение номера, техника исполнения, актерское мастерство, раскрытие художественного образа, внешний вид участников и характерные особенности исполнения народного танца. В минувшие дни по инициативе федерального инспектора Тувы Шалбана Мангуша в городе Шаганар прошел турнир хоккея с мячом среди дворовых команд младшего возраста. Всего приняли участие 12 команд, одна из которых из Сумона и Тал. Также из Сумона для проведения мастер-класса приехали спортсмены, которые участвуют даже в республиканских соревнованиях. Ими были наглядно разъяснены правила игры в хоккей с мячом на коньках. Победителем стала команда села Итал. Второе место получила команда «Пальчики», учащиеся Шаганарской школы номер 2. Третье место присудили команде «Беркут». Победителей наградили грамотами и призами. В ближайшие сутки по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Днем местами небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ночью минус 35, минус 37 градусов. Днем минус 24, минус 26.